В современных реалиях бизнесу в нашей стране приходится непросто. Однако именно экстремальные условия дают толчок для поиска новых решений, говорят сами предприниматели. Так, благодаря мерам поддержки, которые предлагает команда губернаторов Подмосковья, успешно работает программа по импортозамещению. Это отдельное магистральное направление, которое сегодня имеет существенную федеральную поддержку Фонда развития промышленности. Кроме федерального есть и региональный фонд. Это еще одна возможность всем средним и, прежде всего, крупным предприятиям, которые хотят реализовать проект импортозамещения, получить на 5-7 лет деньги под 1%. Всего в Подмосковье реализуется 151 проект по импортозамещению. Кроме того, в области стартуют субсидии на приобретение и лизинг оборудования. К услугам предпринимателей и информационное сопровождение все меры господдержки активно применяются в нашем муниципалитете. В нашем округе 20 миллионов рублей выделено на поддержку малого и среднего бизнеса. По этому показателю Одинцовский округ является лидером среди муниципальных образований Московской области. Муниципальные конкурсы проводят позже, ориентировочно октябрь-ноябрь. Виды конкурса у нас такие же, как областные, по модернизации и по социальному предпринимательству. Артем Соколов развивает бизнес на территории нашего округа более 13 лет. Вместе с братом организовал сертификационное бюро. Говорит, находится в тесном сотрудничестве и взаимодействии с местной властью. Мы являемся исполнителями по оказанию услуг по сертификации для тех, кто получает субсидии от моего бизнеса. Ведь вы знаете, наверное, что процентов 70-85% от 70-85% может быть компенсировано затрат по сертификации. Мощная поддержка оказывается и внутри бизнес-сообщества округа. Общественные организации, «Опора России», сообщество предпринимателей регулярно проводят встречи представителей бизнеса, семинары, обучающие мастер-классы. Есть сообщество для того, чтобы предприниматели общались друг с другом и могли передавать друг другу опыт и так далее. А это крайне необходимо, потому что часто бывает, предприниматель бьется об какие-то проблемы, а на самом деле они как бы встречаются очень часто, и их можно просто спросить у другого предпринимателя, и тебе спокойно объяснят. В преддверии Всероссийского дня предпринимательства в муниципалитете также организован ряд мероприятий и встреч. Такое тесное взаимодействие бизнеса и власти дает только положительные результаты. В области поддержки предпринимателей Одинцовский округ традиционно в лидерах по Московской области. По итогам первого квартала 2023 года мы заняли первое место в подмосковном рейтинге предпринимательского климата. В этом рейтинге оценивалось число субъектов малого и среднего бизнеса. У нас их 28,5 тысяч. Еще 31,5 тысяча самозанятых. Тоже самое большое количество в Подмосковье. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».